К вакцинации в выходные дни призвали медики населения Бурятии. На сегодня план по прививкам в республике не выполнен. По первому уколу сделано 78% от плана, а завершили вакцинацию в целом пока только 70%. Это 56% от численности всего взрослого населения Бурятии. Напомню, план 575 тысяч. Врачи отмечают, что темпы вакцинации выше именно в середине рабочей недели. К сожалению, несмотря на то, что у нас организована вакцинация в поликлиниках все 7 дней в неделю, в субботу и воскресенье все-таки наши граждане предпочитают не обращаться в поликлиники, хотя именно в этот день работники работают. В выходные дни мы вакцинируем примерно 1000 человек в день. В середину рабочей недели, в хорошие такие продуктивные дни, это порядка 7000 человек в день. Сегодня все поставки вакцины в Бурятию отрегулированы. Использовано уже более 80% от всех поступлений. Достаточное количество всех видов вакцин и в остатках. Поэтому медики призывают еще не привившихся обезопасить свое здоровье.